Всем привет! Это продолжение нашего видео по изготовлению детской кроватки. Я тут подготовил немножко ясеня. Сегодня будем делать опору для нашей кровати. Она будет достаточно хитрая, непростая. Посмотрим, что у нас получится. Многие вещи я делаю из головы. Начнем мы с того, что отстрогаю немножко досочек и сделаем лекало для формы самих ножек. Поехали! Ну что, на сегодня хватит.
принципе, опора у нас уже почти закончена. Завтра мы ее после окончательной склейки еще разок пошлифуем, подшпаклюем косячки. Косячки мелкие я постарался увести как можно больше внутрь, без них не обошлось. Но мы их пошпаклюем, подубираем что-то. И завтра будем ее покрывать морилкой и покрывать уже лаком. А предварительно еще отфрезеруем края, придадим форму, и все будет хорошо. Так что остальное завтра. Ну что, опора наша готова, все с ней хорошо, покрыл ее два слоя лаком, все красиво получилось. Правда, немножко странное решение, я потом уже понял, то, что все-таки ясень светлая древесина, а колеровал я его под дуб. Ну ладно, надо было из дуба делать, но начал уж так начал. Теперь нам надо сделать на ней небольшую подсветочку по периметру. Но по периметру будем делать всему, а с переднего края и с правой стороны получается, когда будет смотреть кровать. Связано это с тем, что она стоять у нас будет в углу. Ну а если вдруг потом понадобится переставить, эту подсветку можно будет перемонтировать на другую сторону. Для этого нам понадобится алюминиевый уголок с сечением 15 на 15. Он будет служить у нас теплоотводом для светодиодной ленты. Светодиодная лента у меня, по-моему, нейтрального световой температуры. Лучше в теплой, но в наличии теплой у меня нет. Пойдет такая, в принципе. Взял немножко провода, немножко выключателей. Выключатели я буду монтировать вот здесь на передней ножке с двух сторон, чтобы можно было запустить просторку и выключить в удобном месте. Посмотрим сейчас, как лучше расположить. Ну и подключаться это будет на обычные штекера, коннекторы и запитываться от блок питания 12 вольт. Немножко попаяем. Ну что, в принципе, все у нас смонтировано, осталось проверить сейчас на предмет короткого замыкания и на предмет того, что у нас все корректно работает должно, чтобы у нас не получилось никаких проблем, и что у нас все соединено правильно, и делаем первый пробный пуск. Делаем первый пуск. Подключаем блок питания 12 вольт. Вот второй разъем у нас пойдет для питания подсветки уже стеновой панели. И вуаля, все работает.
Вот что у нас получается. Вот здесь вот у нас кнопик. Доступ у нас будет, соответственно, к ней только снизу. И вполне даже себе. Вот у нас подсветочка работает. Видно ее слабо, но она будет работать как ночник. Сейчас я... У меня в мастерской очень яркий свет. Сейчас я не буду менять настройки камеры. И просто выключу весь свет в помещении, ну, имитируя то, что это, ну, вечер, ребенок спит. Ну, вроде бы вполне неплохо. Вот, да, глазами я ощущаю примерно на таком уровне. Я пока вот положил кровать, и пока она лежит боком, я чертил на фанере то, как будет выглядеть наша стеновая панель. То есть взяли здесь просто припуск по краю, пустили. Она выровнена вдоль царги и вдоль задней стенки. Здесь примерно скруглили, ну и провели линию стеновой панели. Ну а сейчас уберем лист, поставим кровать и посмотрим, что у нас получилось в сумме.
поворачиваемся. Так, тихонько. Стоп. Сине, прижми его. Стоп. Ну что вы так делаете, а? Почему вы так делаете, а? Нет, я не пустил, вот. Иди смотри, как тебе кровать твоя. Ну, забирайся. Ну, как тебе? Миша, мне нужно спать. А где оно светится? А? Где оно светится? А выключай весь свет. А где выключился? Где? Вот смотри, у нее есть волшебная подсветка. Прямо волшебная, где которая нас разгоняет все твои страхи. Смотри внимательно. Смотри, у нее две подсветки, целых две. Смотри. Ой, как она включается? Иди сюда, подойди поближе. Теперь смотри вторую. Смотри, смотри, нет, теперь смотри на, смотри на парус. Смотри на парус, на парус. Вот туда парус, смотри. Как она включается? Классно? А как она? Как тебе кровать, Миша? Очень хорошая. Очень хорошая? Да. И что тебе особенно в ней нравится? Свет, подсветка, да? Классно. А свет ползет и разгоняет все страхи. Да, все страхи разгонять будет, да? Вообще. Теперь ты не будешь бояться? А когда появляются страхи, он меняет цвет. Меняет цвет? Да. На какой? Да, страхи появляются. На какой цвет меняет? Фиолетовый. Фиолетовый? Да. Но сейчас нету страхов, поэтому он белый, да? Да. Да. Он уже все разогнал, да? Да, вообще. Тебе нравится, все хорошо? Да. Будешь тут спать? Да, и бабушка будет. И бабушка будет спать, да? Все, я хочу... Бабушка! As we look up at the stars in the sky, did we ever stop and wondered why? We let our love shine all through the night, just you and me, babe, until the morning light, the morning.